Он совершил ДТП, да? Угу. Однозначно управляя. А вот кнопочка. Угу. Управление в трезвом состоянии. Угу. Какие последствия для него будут? Для него он будет однозначно уволен с органов внутренних дел. Угу. Потому что независимо от в ходе проверки виновен, не виновен, он управляет транспортным средством в нетрезвом состоянии. То есть, это запрещено. А когда будет такое решение принято, если не секрет? По окончании служебной проверки. Угу. Мы ее проводим, мы не можем с вами сотрудничать. А сколько проводить? Примерно она проводится? Вот, в течение 30 суток обычно. 30 проводят. Суток, да? Угу. Большое спасибо. Поэтому здесь никто не будет никогда, чтобы было понятно, да, если человек, извините, водителя привлекают, да, лишают за управление в трезвом состоянии гражданского человека. А почему сотрудник полиции? Что, особенный? Угу. Нет. Почему я, когда сажусь за управление транспортным средством, я пристегиваюсь, имею безопасность? Потому что положено так.